Сделаю сегодня вам обзор на Mercedes EQS. Сейчас покажу вам все. У Mercedes капот открывается вот здесь вот. Красная бомбочка. Вот она, раз. Вот это новая модель, открывается на амортизаторах. Хорошая комплектация. Есть этот. Здесь открывается этот на кнопочке. Заводится. Экран такой огромный. И все чисто, красиво. Без люка эта комплектация идет. Вот переключатель скоростей здесь. У нас получится EQ. Это у нас модель EQ 350 E4M. Джипик.